Это референдум о независимости Каталонии пройдет 1 октября текущего года. Об этом объявил глава автономной области Испании Карлес Пучдемон. По его словам, вопрос, который вынесут на плебисцит, будет звучать следующим образом. Хотите, чтобы Каталония стала независимым государством с республиканской формой правления? Ответ, данный нашими согражданами в форме «да» или «нет», станет тем мандатом, который это правительство обязано выполнить. Все зависит от каталонцев, и только каталонцам решать свое будущее, сказал Пучдемон. Ответ из Мадрида последовал незамедлительно. Официальный представитель испанского правительства Иниго Мендес де Вига назвал инициативу неконституционной и заявил, что власти заблокируют любые попытки провести плебисцит. Мендес де Вига, в частности, напомнил о существовании статьи Конституции, дающей центральному правительству право на прямое вмешательство в действия администрации Каталонии, в том числе заставить его отменить референдум и подчиниться законам. В последние годы в Каталонии усиливались сепаратистские настроения. Между тем, согласно последним опросам, 48% каталонцев против отделения от Испании, 44% за. При этом большинство выступают за проведение референдума.